Всем привет, с вами Вера, и в этом коротком видео я прямо сейчас делаю тест акварели Гамма Старый Мастер. Но я выгружаю его не просто так, я хочу, чтобы под этим видео, прежде чем я выскажу свое мнение о том, что случилось с этой серией акварели за целый год спустя мой предыдущий обзор, вы могли прямо в комментариях написать свои отзывы. Пользуетесь ли вы акварелью Гамма? Пользуетесь ли вы акварелью Гамма Старый Мастер? Что вы можете по этому поводу сказать? Нравится ли вам качество? Есть ли какие-то замечания или вопросы ко мне? Пишите, чтобы я могла учесть максимальное количество отзывов, прежде чем сделаю новое видео. Всех целую.